Ну, хочется поздравить, в первую очередь, команду соперника. Спасибо. Праздник удался. Поздравления с новой ареной. Думаю, что зрители получили удовольствие по игре. Вкратце. Побеждает тот, кто забивает больше. Сегодня было достаточно моментов создано и у тех, и у других ворот, но сегодня команда «Барыс» забила много больше. Спасибо. Андрей Викторович, пожалуйста, ваш комментарий. Ну, соглашусь с коллегой. Игра была интересная. Обе команды хотели выиграть сегодня. Для нас это было принципиально, потому что первая игра, первый день, можно сказать, в этом дворце. Конечно, ребята были настроены, запредельный настрой был. Ну, без доли везения это тоже не прошло, но возьмем это везение и будем готовиться к следующему матчу. Спасибо, коллеги, пожалуйста, вопросы. Представляемся. Насколько сложно или легко, или вообще это не имеет значения настраивать команду и давать установку команду, с которой я работаю? Ну, знаете, мы все профессионалы, мы все в этом бизнесе. Я, мне кажется, это вам уже не один раз говорю. Любой тренер, который пришел на работу, он уже готовится к увольнению. Так что ничего в этом страшного нет. И мы работаем по дню. Сегодня я настраивал «Барыс» против «СКА». Я в этом не вижу ничего плохого и ничего сложного, потому что на этом я работаю. Я должен помнить. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. Вопрос Сергея Зубова. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, показалось ли вам, что в главные моменты матча вот не хватило свежести, той, которая присуща команде СКА, что четвертый матч уже удалось честь? Не хватило немножко хладнокровия, свежести. Да, конечно, четвертая игра на выезде сказывается, но ключевой момент, он происходит за счет, насколько ты есть целенаправленность и насколько ты устремлен завершить и воспользоваться этим моментом. Спасибо, пожалуйста, еще вопрос. Еще вопрос. Говорю, что нам говорят максимально аккуратно, обычно как они реализуют. Последний раз проверяли, кто на каком месте был большинство? Проверяли и на каком месте кто? Ну, СКА не на первом месте. А кто в тройке? Ну, то есть не вы ответите сами на вопрос.